На березы. А вот еще один. Ух ты. Такой у нас вокруг. Это Надя, вечный наблюдатель. Это станция Кри. Вон над березкой, над маленькой. Видишь, дело? Как увижу сразу. Вон и рядом еще что-то. А, вот вижу тебя. Два их там, да? О, еще один идет. Разлетались. На шутку, да, Надя? Что тебе аж? Я его чисто по звуку. Видишь его, потерялся. А вот над березкой. Я его не... Ох ты, вот он. Опять не вижу. Опять вижу. Опять не вижу. Ты видишь его? О, что творит. Лец. Все влетел. Ага. Ну, взлетает. Опять взлетает. Он двигатель, Надь, включает. Ой, совсем что творит. Где-то там классно вообще, наверное, снимать. Ой, крыльями машет. Блин, он прям низко. Прям над землей там. О, он видишь, что творит. Он там не это не упал. Не, не нормально. Не, так? Да. Сейчас он начал.
В общем, только что был салют. Я так понял. Конечно, а как? Что творят? Сегодня решили. С утра сегодня самолеты летали. Ура! Ура! Такого я нигде не видел, честно. А это зачем ты поешь?
Нанчі. Немає кислого дня. Что творят в деревне люди? Куда ушли? Не дадут другого мира. Смотри на одного. Почему они дрались? Последних 5 секунд. Так и стоит. Я проснулся, но мы до мамы не дойдем. Это наше новое жилище.
Теперь мы здесь с Надей живем. Одна комната. Другая. Еще. Такие кресла здесь. Это кухня. Это ванна. Надя в ванне сейчас моется. Это я. Там кладовка. Там, считай, целая комната тоже. Так вот. Это мой новый имидж домашний. Мы Косичкина. Мы смотрим фильм. Такая красавица. Зацените. Сракет. Все, включай. Включай, включай. Роман, а что ты делаешь? Ну, здесь я. Вот, если хочешь. Я спрашиваю, надолго, да? Давай я это потом кузинам покажу тебе. У них там телевизор такой огромный. Диагональ там, не знаю какая, там 1.5 метра. А что такое купился? И тебя покажу крупным планом. Да ладно, мне он покажет, не надо мне показывать им. Ну, да, привет им передашь мне, ладно. Ну, вот передавай привет, скажи. Ну, ладно, привет, он будет передавать, записывать. А что, у тебя пленка, но она у тебя кончится скоро. Нет, я тебе и много покажу. Да, я говорю, много покажу. Ладно. Жаль, конечно, я бы в Сиримск я бы поехал, конечно. Но я, наверное, надумаю. А что тебе мешает в Сиримск поехать? А? Что тебе мешает? Что там стеснять людей? Каких людей стеснять? А, да это свои, конечно, там. Они будут довольны до смерти. Ты что? Они мне довольны, а я вообще левый. Как нифига левый? Постоянно в гости с ним ходил и левый. Вот ничего себе, ты как скажешь? Ну я, у меня же с ними нет никакого прошлого. А, как нету прошлого, когда ты вместе с ними рос? Так, а где у вас есть этот ложечка? А? Есть у тебя ложечка? Сын мой. Есть у тебя ложечка? А ложечка есть в этом. А то у меня это надо одеть тут. В сумке? В сумке, да, там сбоку. А что у тебя за ботинки, чтобы ложечку? Ну я так одеваю их, вот, не расшнуриваю. Ну я купил, а мне не нравятся такие. Я так просто пока. Да, я хочу все отца запечатлеть. Ладно, что у меня там запечатлеть? Нашел, о чем впечатлеть. Животом, он без живота. На, держи ложечку. Давай. Это чего? Смотри, не сломай. Слушай. Ну что тебе, дай ему ложку нормально. Нет больше.
Это, маленькая. Thank you.
Это мы с Надей. До свидания. А это наши дети. This is Julia. This is Tanya. She very smart. This is Natalia Yurina. She is very shy and cute. This is red-haired Elena. Любимчик. Нет, ну это же есть такое red-haired girl. Любимец. Любимец. This is Julia. Длинноногая, так сказать. Long. Я тебе сейчас скажу. Long leg. Ты поприличнее. Ты сюда так встал, что ли? Long leg and right feet. Анна Каренина. This is my hat and I very beautiful, very handsome music. Эти глаза напротив калейдоскоп любви. Эти глаза напротив, с кем они, где они? Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не отводи глаз. This is my cap. This is my friendly, goodly. Two. I'm going to go shopping this afternoon. Can we make a shopping list? Can we make a shopping list? Можно сделать список покупок? Ответ? Есть. Yes, let's go. Ага, дальше управлять ответить. Как это было вопрос? Three. What do we need for the barbecue? Do we need any soda? Do we need any...